Приветствую всех владельцев третьего поколения сценников. Значит, следующее видео. Так, что-то у нас кондиционер тут холода работает. Надо его выключить. Здесь вот наоборот, когда светится, он выключен. Слышно, вентилятор остановился. Значит, такая тема. Менял я форсунки все четыре на этом сценике. Grand Scenic 3, 2011 год, 836 мотор. Поменяли, все нормально, там коррекцию показывают уже, естественно, лучше. Но адаптация ноль, не прошла, получается. Обычно, не то что обычно, иногда она сама проходит, там, если одну-две форсунки меняешь. Просто без всяких этих танцев с бубном, без движения по трассе, разгонов, торможений. А тут нули, я вам позже покажу с помощью торка, нули, не прошла почему-то адаптация. Делал я и по методике, естественно, ездил на трассу. Разгоны до 3000, до 3500 оборотов на третьей передаче, отпускал газ, торможение двигателем, но все равно нули, не прошла почему-то адаптация. То ли она зимой не проходит из-за того, что у нас холодно, невозможно прогреть до рабочей температуры, там писали как-то на драйве 80 и более должен прогреться движок, но К9К вы, наверное, с трудом прогреете, только летом в жару. И, наверное, если поставить заслонку перед радиатором. Ну вот, не получилось, короче. Поэтому я нашел способ, как можно прописать эту адаптацию вручную с помощью приложения EcoTweaker и ELM327. Вот, я вам сейчас это продемонстрирую, посмотрим, что получится. Подключимся с помощью TorquePro, посмотрим параметры адаптации. Движок не заводился, холодный. У нас вот эти показатели по емкости пьезофорсунок. Надо сравнить с тем, что было после установки. Последняя коррекция, вот единички, 0,85. Ну, машина холодная, и не надо тут ждать хороших показателей, потому что уже и пробег, как бы износ цилиндра, маховика, это все влияет на коррекцию. Вот видите, по адаптации стоят везде нули. Поэтому сейчас из торка я выхожу и вам показываю, как можно записать цифры адаптации. Я вот честно не знаю, насколько это, ну, естественно и нормально для ЭБУ, когда мы записываем принудительно. Но попробуем, посмотрим. Значит так, EcoTweaker. Выбираем свою машину. Здесь будет у нас Megane Scenic 3. Engine Control модуль. Это блок управление двигателем. Попробуем автоопределение CAN. Возможно, он ничего не просканирует. Так, ну ничего не определил. Значит, смотрим на самом ЭБУ, на наклейке, какой там SID, какой версии. Я посмотрел SID 305, вот этот. Выбираю я этот. Здесь мы вот эту строку выбираем. Donnez Fournisseur. Ну, простите за мой французский. И вот здесь мы выбираем статус Adaptation. Заходим в этот пунктик. Вот, смотрите, у нас тут тоже показывают все нули, так как и в торке. Мы в каждой строке прописываем единичку. То есть нолик убираем, стираем. Единичка здесь, единичка здесь. Так, тут и последние нижние строки единичка. Теперь мы отправляем эту команду вот справа напротив желтые буквы, там доллар D15 и так далее. Нажимаем, отправляем каждую. Так, так. Все, сейчас обновляем. Смотрим вверху, у нас появились ли эти единички. Вот видите, у нас появились единички. Сейчас зайдем в торг, перепроверим там. Сейчас у нас тут блоки подгрузятся. Вот, все, видите, у нас появились единички. Значит, адаптация не то, что прошла, а она уже записана. Я ее сам записал, сделал адаптацию, сюда единички поставил. Ну, сейчас заведем, посмотрим, что у нас по коррекции будет. Ну, двигатель холодный, коррекция не изменилась здесь. Потому что движок холодный, нужно смотреть на прогретом. Это вот не презентабельные эти цифры у нас. Для чего делается адаптация? Еще раз помню, вот бывает, что когда ее не проведешь, там, вручную,
автоматически, немножко стрекочут форсунки после замены. Поэтому владелец поездит, скажет, что изменилось, лучше ли стало. А по поводу 636 мотора, можно ли там сделать? Я думаю, что тоже можно, но я еще не пробовал. Кто в теме интересуется, у кого ELM 327 есть, попробуйте и там тоже сделать. Если вам, у вас не проходит эта адаптация, вы попробуйте ее с помощью EcoTweaker. Так что всем пока, увидимся на канале. До свидания.